Всем привет! Сегодня я приехала в свою деревню и хочу вам показать быт деревенских жителей. Вот стоит у нас колодец. Его подреставрировали. Ведро висит. Это называется журавль. Чтобы черпать воду. Сейчас посмотрим, сколько здесь воды у нас. Вода здесь родниковая. Посмотрите, какой глубокий колодец. Чистая и вкусная. Деревня вся заросла, потому что жителей осталось очень мало, поэтому косить некому. Коров у нас и животных никаких не держат, только кошек и собачек, поэтому траву съедать некому. Но самое главное, хоть дорога можно проехать нормальная. Вот стоит мой дом. Рядом с ним растут липы. Дом покосился уже. Дому больше 150 лет. Он считается самый богатый нашей деревни, потому что по лицевой стороне идут 4 окна, а остальных у всех 3. Очень высокий чердак, и наверху окно светелка называется. Вот машина моя стоит. Тропинки, конечно, к дому нет. Придется пролезать через траву. Вот все уросло. Надо брать косу и косить. Конечно, такую траву очень тяжело косить. Ну а что делать? Я и приехала для этого, чтобы навести порядок в доме. Раньше у нас был колодец во дворе, но он сгнил, был деревянный. И поэтому построили там, где я вам сейчас показала. Остался только журавль. А вот это растет можжевельник. С леса принесли, посадили, и уже такой большой вырос. Это береза вековая у меня во дворе. Столик, где я жгу, мангал готовлю. Я люблю очень готовить на костре. Вот рядом с домом растет бузина. Вот это. Но ягодок уже нет. Раньше наличники были красивые, но все отвалилось уже. Посмотрите, какие бревна у дома стоят. Если бы его было в свое время привести в порядок, то он еще бы прожил столько лет, а сейчас уже накренился. Сейчас такие не строят дома из таких бревен. Вековые. Между бревен лежит пакля. Мои мама и ее сестры все заделывали потом глиной, чтобы в доме сохранялось тепло. Вот такое крыльцо, посмотрите. Было все резное, красивое. Здесь перед домом лежит камень, еле дверь открыла. Дом сел на эту сторону. Вот, заходим в дом. Это небольшое крыльцо. Дальше идут это сени. Вот здесь стоит огромный сундук, очень большой. Не знаю, что в нем хранили раньше. Ну, полочки самодельные. Вот это вход во двор, где у бабушки было стадо овец, козы, корова. И двор-туалет. Вот это вход на чердак. Очень крутая лестница. Сейчас я вам покажу. На чердак я не полезу. Смотрите,
и паутина. Это вход на чердак. Дальше идет чулан, где хранились тоже разные вещи у бабушки. Но очень темно, ничего не видно. Сейчас у меня тут дрова лежат. Тоже вот как сервантик такая полочка висит. Посмотрите, дверь, вход в дом. Она обшита. И внутри там у нее шерсть овечья, чтобы тепло было. Вход в дом делали небольшой, потому что, чтобы не уходило тепло, и когда заходишь, надо все время наклоняться. Здесь я вот повесила шторку, чтобы комары и мухи не летели. Ну вот, это кухня. Также стоит старинная мебель. Полочки все самодельные. Вот это русская печь. Бабушка в ней готовила. Но самая вкусная еда — это в русской печи. Лучше нету. Ни в каких ресторанах не сравнишь. Жалко, надо было фонарик взять, чтобы лучше снять и осветить. Туда бабушка ставила и блины, и пироги. Ну все, и картошку, и щи пекла. Так было вкусно. Детство вспоминаю свое с радостью. Вот здесь лежанка на печи. Мы в детстве там сидели и играли. Вот это рукомойник, руки мыть, зубы чистить. Лавочка тоже старинная, самодельная. Дальше идет разделение. Это вход в зал. Видите, какие кровати старинные, железные стоят, стулья. Четыре окна здесь. Это красный угол, где стояла у бабушки старинная икона 12 праздников. Комод старинный. Комната небольшая, зала, но нам всем хватало. Вот здесь печка маленькая, называется лежанка. Просто здесь шкафчик сейчас стоит. Мы ее топили, и весь дом можно было ей обогревать, не топя русскую печь. Сейчас я его покажу. Вот эта комната маленькая, здесь стоит диван старинный и железная кровать. Мы здесь спали. Вот, смотрите, даже еще изразцы лежат. Это лежанка. Печка вся треснула, топить нельзя. Чтобы затопить, надо все глиной заделывать. А это вход в горницу. Она не отапливая. Мы когда летом приезжали к бабушке, то здесь ночевали. Темно, камера уже не передает. Посмотрите, какой сундук стоит старинный у меня здесь. И маленький сундучок, где хранили вещи. Ну вот, такой дом у меня в деревне. Я сюда приезжаю и даже здесь ночую. Сейчас дом, конечно, не жилой, все опустело, никого нет. Но все равно приезжаю сюда с удовольствием, потому что здесь прошло мое детство. Хорошее воспоминание. Я открыла дом, чтобы он посох, потому что все лето был закрытый. Вон, посмотрите, везде какая паутина. Пауки навели. Большая. И такая сплошная, рисунка даже нету, вуаль целая. Ну а на улице благодать Божия, тепло, солнце светит, небо голубое, красота. Я сегодня, может, завтра, я приехала на несколько дней. Или похожу по огородам, которые уже перекопали, выкопали картошку. Или, может, какой-нибудь домик пошурфлю. Ну, посмотрю. Вот такая экскурсия по моему дому. Решила я продолжить свой шурф, который копала в том году. Вот я
сделала закоп, где закончила. Траву пришлось покосить. И у меня первый сигнал и печаль. Крестик-лепесток. Жалко, обломанный. И даже эмали остались. Вот такая красивая керамика тут встречается. Посмотрите, какой рисунок красивый. Не знаю, что это такое было. Тарелочка, скорее всего. Да, и вот первая находка, крестик-лепесток. Подсгнил уже. Жалко, конечно. Ну, а я продолжаю копать свой шурф и косить траву. Нахожусь я в своей деревне. Погода сегодня отличная, тепло. Как раз только копать. Шурфлю продолжаю и выкопала майского жука. Бедный он спал, а я его выкопала. Он весь какой сонный. Еле двигается. На дыбы встает. Ну ладно, надо его опять что ли закопать. Пусть спит дальше. До следующей весны. Нашурфилась я. Больше ничего не попадается. Хожу в огороде. И прозвучал монетный сигнал. И выпал вот такой кругляшок. Полушка. Тереть монетку не буду, помою и в конце сделаю обзорчик. Опять у меня сигнал. Что-то зелененькое, но похоже на конину. Точно. Конина. Такой кругляш. А бьет как монетка. Глаза и нос. Мордочка. Продолжаю искать. Вот выпала монетка. 20 копеек рамочник. Но что-то какая-то черная. Да еще и кусок отрубленный. Ну и такие монеты встречаются. Что делать? Приходится и такие копать. Смотрите, какой дом мальчишки построили у нас на дереве. Даже жить можно. Туда лестница идет. Сейчас мы с вами поднимемся и посмотрим. Я здесь ни разу не была. Какие молодцы. Даже окна. Кровать кованая стоит. Какая красивая раскладушка, резная. А внутри дерево, туда спуск. Молодцы ребята. Высоко. Классный домик. Даже жить можно летом. Круто. Вот такой дом построили. Какие у нас дети в деревне молодцы. А я здесь хожу, ничего не нашла.
одно железо. Все, знаете, уже собрала давным-давно. Вот только выкопала 20 копеек рамочник, и у меня еще монета, но это уже царская. О, так это полушка екатерининская. Сейчас я ее помою и вам покажу. Ну вот монетку я немного помыла. Это 1789 год. Екатерина II. Конь просматривается, и внизу отчетливо написано «Полушка». Монетка очень в хорошем сохране. Хожу по огородам. Конечно, она еще почистится. Это просто так я немножко ее помыла. И будет замечательная монетка. В вазелине замочу ее в жидком. Классно. И шурфить не надо. Опять сигнал. И посмотрите, что лежит. И он целенький. Наперсточек. Классная находочка. Вот такая конинка выпала. Тоненькая. Очень медная. Украшение конской упряжи. Сверху совсем лежала. Думала, монетка. А оказалась конинка. Был сигнал. ВДИ показывала 88. И сразу вылетела. Посмотрите. Какая-то шайба. Ой, блин. Я думала, это монета. А это, оказывается, конина. Ну, какая-то красивая. С узорами. И я-то обрадовалась. Ну, тоже хорошая находка. Вот такая вот шайба. Выпала монетка 2 копеечки. Ранние советы. Сзади-то хороший сохран, а спереди-то в окислах. Так они потом и останутся рытвины после чистки. Жалко, конечно. Но все равно находка. Посмотрите, какой лес красивый. Играет разными красками осени. А это яблонька у дома моего растет. Прозвучал сигнал, и посмотрите, какая подковища мне выпала огромная. Даже в экран не помещается. С целого буйвола. Замечательная находка. Я здесь не ходила. Это подъезд в нашу деревню. Думаю, пройдусь по этой дороге. У меня сигнал. И посмотрите, даже копать не пришлось. Сверху лежит. Царская монета. На 3 копейки похоже. Ну, круто. Надо здесь походить. Сейчас я поищу. Что это я здесь не ходила? Всю деревню обошла дорогу, а сюда никак дойти не могу. Уже вечереет, а я ищу дальше. Ну, вот такие находки у меня сегодня. Подкова огромная. Конины 3 штуки. Вот эту я помыла. Такая интересная. Первый раз такую нахожу. Латунная. Ну, это тоже все латунное. Это медно-латунная. Ну, вот это я вам все показывала. Крестик обломанный.
20 копеек, наверное, горелые. 45-й год. Черная монета. 2 копейки 32-й, по-моему, год. Ну вот, помыла я монетку в идеальном сохране. Это полушка 1735 или 33-й год. Смотрите, какой рельефный орел. Хорошая монета. Замечательная. Также екатерининская монетка. 1789 год. Тоже замечательная. Весь конь прорисован. Посмотрите, какая монетка. Полушка. Сколько лет в земле лежат. И монеты в таком отличном сохране. ЕМ. Ну и на дороге я нашла 3 копейки. 1914 год. Монета вообще идеально. Если у меня такой нет, пойдет в альбом. Так что вот такие сегодня у меня находки. Погода замечательная. Листва уже опадает. Липы, видите, все, листвы нет. Это банька вон стоит. Всем пока-пока. До новых встреч.